Сложность языка C++ обусловлена, во-первых, его большим размером. Как мы уже говорили, стандарт языка C++ занимает почти 1500 страниц, и поэтому нет никакой возможности рассказать C++ в рамках одного, пусть даже очень большого курса. Однако в таком курсе можно рассказать об основных возможностях языка C++, и это позволит писать произвольные программы на языке C++. Во-вторых, сложность обусловлена тем, что в C++ программисту позволено очень много, а значит, за программистом большая ответственность. Так, например, на плечи программиста ложится много дополнительной работы, такой как проверка корректности данных, которые получаются от пользователя из каких-то внешних источников, так управление памятью, которым приходится заниматься вручную, и обработкой низкоуровневых ошибок, которая в большинстве языков делается за счет интерпретатора или виртуальной машины.